пробрался все-таки. С холма спустился туда. Вот интересно, как теперь будет выбираться? Сейчас застрянет там. Там глубоко. Никто не чистил с первого дня. Ага, интересно, как он вернется теперь на этот холмик. А, урчит, злится. Урчит и злится, Тони. Приятель твой урчит и злится, да. Пойдешь к Лео? Пойдешь туда вниз? Пойдешь? Нет. Тони, он как-то... Лео, не надо на меня смотреть таким вопросительным взглядом. Уселся там. Давай выходи. Выходи давай, иди сюда. Иди сюда, уселся опять. Застрял. Ну что, застрял, сидит теперь. Снег мокрый уже. Влажность здесь большая. Мы в долине находимся, рядом с озером. Сидит кучкой такой, уселся. Интересно, будет выбираться сам, нет? Вообще, когда они сидят и смотрят на меня, они ждут помощи. Или, допустим, если они хотят на улицу, да, дома, они уже чувствуют, что им нужно сходить по своим делам. Они садятся в паре метров от меня и вопросительно смотрят на меня. Вот он сейчас также смотрит. И чего? Вот это по этой горке мне надо съехать, да? Сидит. Пойдешь к Лео? Ну иди к Лео, иди. Иди к Лео. Не хочет. Не пойдешь, я поняла. Мы с тобой уже взрослые, мудрые. Лишний раз по горкам мы уже не катаемся, да? Ну что, Тони, пойдем домой, пойдем. Сейчас сделаем вид, что мы уходим. Так вот он сидит. Ну все, мы пошли домой, Лео. Все, пока. Пока, мы домой пошли уже. Все, пока. Сидит. Трогается с места. Главное, что он не догадывается, что нужно идти назад по своим же следам. Сидит. Смотрите уже, какая мокрая там земля. Лео! Сидит. Застрял. Давай выходи, пойдем домой. Пойдем. На. Это у нас кодовое слово. Означает, что можно получить вкусняшку. Так, куда-то двинулся. Но там еще на горку ему нужно залезть. Там есть нора с зайцами. Пойдет сейчас, наверное, к ним в гости. В гости к кролику, помните? Винни-Пух ходил. Ну что? Ну что? Лео! На! Посмотрите, лезет. Заползает. Заползает. На. Ну вот. Тяжело. Ты рад, да? Ты рад, что Лео возвращается, да? Ты запереживал, да, что Лео никак не может оттуда выскочить, да? Вот он.
Ура! Вот хитрый какой, представляете? А так сидел. Сидел он, посмотрите на меня. Что стоишь, смотришь? Давай поднимайся. Сидел, ждал, когда я спущусь. Чудо. Вот чудо. Пришел Лео. Пришел Лео, Тони. Все хорошо. Ты думал, что мы без Лео пойдем домой? Нет, мы, конечно, не пойдем без Лео домой. Но Лео же... Если он так убегает, надо же его тоже учить, что нужно возвращаться, да? Через пару дней опять обещают проливные дожди, а после проливных дождей опять снегопад. Но мы очень рады, что есть настоящая зима в этом году. Хорошая тренировка для нас. По такому снегу достаточно тяжелому подниматься наверх, на гору, потом спускаться. Разные группы мышц тренируются. Каждый раз, когда возвращаемся с прогулки, я говорю собакам спасибо за то, что они у меня есть. Иначе бы я, конечно, ленилась. Раньше в Питере я ходила в фитнес-клуб, в бассейн. Все это было после работы, либо выходные дни. Здесь я тоже ездила в бассейн. Бассейны я вам показывала местные. Хорошие бассейны. Не так далеко находятся. Ну, не в шаговой доступности, но на машине не очень далеко. Ну, видите, пандемия. Всю жизнь перестроила. Закрыто.